Доброго времени суток, YouTube, уважаемая психологическая комьюнити. И я продолжаю показывать и рассказывать о различного рода инструментарии, применяемом в области клинической медицинской патопсихологии, так и, собственно, в психофизиологии. Сейчас на ваших экранах находится папочка с полным комплектом теста, краткий отборочный тест. Так вот он выглядит. Значит, здесь у нас есть наш логотипчик и, соответственно, само название этого теста. Такая симпатичная Эрих Краузеровская папочка. Здесь вот QR-код со всеми нашими реквизитами, данными, контактами, телефонами. Его можно сосканировать. В любом телефоне есть сканер и, соответственно, получить у нас всю контактную информацию в полном объеме. Достаточно неоднозначное у меня отношение к этой методике. Вообще, надо сказать, немножко отступая назад, что в Российской Федерации на данный момент, кто бы что ни говорил, существует три методики. Первая методика – это Векслера, вторая методика – тест интеллекта Векслера, вторая методика – это прогрессивные матрицы Равена и, собственно, краткий отборочный тест. Более в реальности, в реальной действительности, существующей на сегодня у нас 30.05.2018 года, каких-либо других методик, с помощью которых можно качественно и адекватно оценить так называемое IQ, то есть уровень интеллекта человека, не существует. Буквально недавно у меня было видео о том, что я столкнулся с тем, что коллега у супруги проходила тестирование по тесту Айзинга, тесту интеллекта Айзинга. Айзинг, как известно, занимался не только личностными характерологическими особенностями психологии человека в плане его личности, но и пытался создавать интеллектуальные тесты. Так вот, Айзингом, еще раз повторюсь, пользоваться нельзя. На данный момент три методики. Тест Векслера, тест Равена и вот этот самый краткий отборочный тест. Надо сказать, что краткий отборочный тест, он, в общем-то, изучается буквально на первых-вторых курсах института у психологов. И, соответственно, почему? Потому что очень любят преподаватели. Он, собственно, не является тестом интеллекта, но его любят преподаватели за краткость, наглядность и, в общем-то, адекватность демонстрации того, как человек проходит те или иные интеллектуальные, так скажем, задания и, соответственно, формализует очень хорошо эта методика именно в цифровом отношении, формализует уровень человека, его интеллектуальную развитость. Неоднозначное отношение к нему и у меня, поскольку, как повторюсь еще раз, не является он, собственно, тестом интеллекта, а вот другого названия ему не придумано, как именно КОТ, краткий отборочный тест, сокращенно, психологини сразу же запоминают, и, в общем-то, буквально, можно сказать, все психологи в Российской Федерации знают, что такой тест существует. Некоторые его видели, если им показывали этот тест. Итак, давайте я сейчас открою эту папочку со щелчком. Что он из себя представляет в нашем понимании, в нашей интерпретации. Отложу в сторонку папочку и, соответственно, покажу полный комплект методики краткий отборочный тест. Значит, здесь мы видим, первая страница — это интерпретация, как он подсчитывается. Далее, здесь у нас находится ключ к краткому отборочному тесту, то есть, грубо говоря, правильные ответы на вопросы. Всего их, если я не ошибаюсь, там 50, дается 15 минут времени, и, соответственно, специалист дает вопросник, и, соответственно, испытуемый на него отвечает. Итак, интерпретация, ключ в комплекте идут, бланк ответов, вот так вот он выглядит. Здесь вот он у нас в файлике, три экземпляра, то есть специалист получает от нас ту методику, он может ее ксерокопировать, отсканировать, как угодно, и, соответственно, заполнять этот бланк. Тут три листочка, вполне достаточно. Ну и, собственно, самое интересное, это вот стимульный материал методики. Давайте я переверну вот так вот. Краткого отборочного теста. Это заламинированная, очень толстая ламинация, там 150 микрон тоже у нас. Сколько мы их заказали? Не помню. 20 экземпляров мы их заказали.
прошу прощения, из типографии. Вот, и, собственно, очень такая плотная 150 микрон ламинация. Порвать нельзя. Практически вечное все это дело. Это то, что предоставляется специалистам, испытуемому. Специально ламинировано, нет смысла делать это какой-то отдельной брошюрой, потому что вот это все можно почистить, протереть тряпочкой, и это будет служить десятилетиями специалисту, психологу, заламинированный вот такой стимульный материал. Ну и, собственно, тут у нас первая страница. Испытуемый читает инструкцию, ему говорят о том, что здесь 50 вопросов, 15 минут вам дается. Специалист засекает это время и готовьтесь. Готовы, спрашивает специалист. Да, готовы. Переворачивается. Здесь у нас появляется, значит, первый лист стимульного материала. И, соответственно, 1, 2, 1, 2, 3 и 4. Вот таких вот, вот такой вот стимульный материал. Два заламинированных листочка. Испытуемые, если это в отделении происходит, кто знает, тот меня поймет. Как правило, это несколько дней грязные засаленные руки, да, то есть где-то в клинике, в психиатрии грязные засаленные руки. Значит, люди пытаются что-то хватать, перекладывать. Ну и, соответственно, все это быстро выходит из строя по собственному опыту. Мы делаем это так, как хочу я. Как бы я хотел 20 лет назад, когда я только начинал работать в клинике, в психиатрическом отделении, как бы я хотел иметь этот клинический тест. Не на бумаге, а вот так вот аккуратно заламинированную, а потом берешь тряпочку, испытуемый ушел, руки сальные, все в каше, значит, протер тряпочкой, промыл под проточной водой, и, соответственно, можешь использовать дальше. Практически вечная штука. Ну вот, собственно, наверное, и все. Стимульный материал, бланк ответов, интерпретация. А, да, вот сейчас вот хочу показать вам, тут у нас введение. А кроме того, у нас есть разработанные нормативы. Верхняя граница нормы, средняя граница нормы, нижняя граница нормы, как для мужчин, так и для женщин. 800 испытуемых, здесь по мужчинам N800, по женщинам N200, соответственно, у нас есть разработанные готовые нормативы. Тоже поставляется в комплекте с методикой на оборотной стороне интерпретации. Это самое главное достоинство поставляемого нами комплекта. 18 лет мы работали, проводили эти обследования. Один и тот же контингент лиц. И, соответственно, разработали точные до 10 знака после запятой нормативы. Да, в общем, все идеально, на мой взгляд. Лучшего и нельзя мечтать о таком тесте, о такой методике. Сейчас я это все уберу в папочку, и это поедет, не скажу, куда поедет, это поедет нашему заказчику этой методики. На этом все. Благодарю вас за внимание и удачи вам!